Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 15 по 22 августа. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Aston Martin DBS 2019 года, а за прохождение на 80% Maserati Levante. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Cadillac Escalade, а за прохождение на 80% Mosler MT900S. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете резиновые сапоги Акула. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном суперспринте в Котсуолте вы получаете Volkswagen Golf 2010 года. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевом автокроссе в карьере вы получаете Porsche 914-6. За первое место против драйватаров уровня опытный в автокроссе на троне Артура вы получаете автомобиль мини-багги. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке Мортимерский перевал вы получаете Porsche 918. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется «Кряж у водохранилища». Это знак опасно, за который, насколько помню, нужно набрать 209 метров. Здесь подойдет любой быстрый автомобиль, который вы сможете удержать перед прыжком. Прыжок необходимо совершить в левую сторону, чтобы не приземлиться на дамбу. Ну а я для этого испытания выбрал автомобиль MG Metro. Следующая смелая выходка называется «Глубокая долина». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 259,1 км в час. Для этой выходки подойдет любой быстрый автомобиль с хорошим управлением. Я даже не стал заморачиваться с зимними шинами и прошел это испытание на Apollo Intense Emotion. Последняя выходка называется «Зеленый лес». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать около 210 км в час. Скоростной участок не засыпан снегом, поэтому подойдет любой быстрый автомобиль, даже не на зимней резине. Ну а я решил перестраховаться и прошел это испытание на Audi Sport Quattro S1. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Куда не ступала нога человека». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Land Rover Series 3. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Поездка в глушь». Для его выполнения вам потребуется продемонстрировать технику крах 20 раз. А для выполнения этой техники вам необходимо разрушать все вокруг. Следующее испытание называется «Верный спутник». Для его выполнения вам понадобится автокросс у водопада Wattwater. А для выполнения испытания вам необходимо выиграть эту гонку. Последнее испытание называется «Сила земли». А для прохождения испытания от вас потребуется пройти небольшой марафон. То есть наездить на этом автомобиле 24 километра. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарную футболку «Рожденный радоваться» и эпическую толстовку художника. А также легендарный автомобиль AMC Rebel за 625 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это Land Rover Series 3 Forza Edition за 650 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!